Вчера на дальней Широкореченско-Мичуринской окраине Екатеринбурга быстрая езда на пьяную голову пробила этой головой дырищу в автомобильном стекле, которое не только лобовым, но и теменным, и в целом черепно-мозговым можно считать одинаково заслуженно. Более жутких последствий, летального характера с наматыванием на столб, молодому, но уже бухому автопилоту Hyundai Accent помогло какое-то сверхчеловеческое везение. Оно везло психоодиночку, говорят, что лет 25 на вывеску, вдоль да по улице Ручейной, сугубо деревенского типа. Ехал он из садов, где, походу, и наработался, и нахлебался вдоволь, оставший довольным, выдвигался в сторону магистральной улицы Совкова. Алкоголь резко вытеснил водительские навыки возле избы по адресу Ручейная, 30. Метров за 20 до угла забора ее земельных владений Hyundai сделал акцент на общественный газон, кювет вправо, а когда проснувшийся алководитель дернул руль влево, ему уже не хватило места, и двуногий столб подставил ему подножку. Машина при этом столб не обняла, а, оставив ему на память перелом арматуры, отскочила и кувыркнулась так, что по оконцовке опять оказалась на проезжей части, встав на все четыре колеса. Да, именно так, на четыре. То колесо, что валяется в канаве, оно не при делах, оно прописано в дизайне здешнего ландшафта, судя по гуглу, уже лет этак несколько. Местные жители едва не оказались в этот замес замешанными. Видел, кто был-то за рулем? Пьяный был. Пахус? Не знаю, скоро сказали, пьяный был. Молодой, нет? Да. Сильно пострадал-то, что здесь? Да нет. Нет? А откуда летел он? Оттуда. Оттуда он цеплять начал, да? Разбившегося водителя инспектора ГАИ застали в относительно неплохой физической форме, достаточной вполне для того, чтобы оформить его состояние забуханности здесь, по воздуху, а не потом, по крови, в больнице. Надул парнишка изрядно. 1 целый и еще 253 тысячных доли миллиграмма на литр, то есть опьянение его, в отличие от испуга, которым он обделался, было совсем нелегким. Дальше скорая повезла его в 36-ю больницу залечивать черепно-мозговую травму с синяками. Впереди у него беззаботное от 1,5 до 2 лет будущее бесправной пешеходной жизни, ну и оплата этого удовольствия в рублях 30 тысяч.